Ну вот, машину отдал на чистку, на химчистку, аж колеса вот они силиконом, все силиконом обработали, все четко. Вообще молодцы ребята, все сделали конкретно. Вот. Ну, и внутри пылесосили. Вот здесь что-то у меня с краской что-то. Вот здесь вот только в одном месте, а так нет никаких этих. Ах, ну, поставил куколку. Пойду быстренько свои 5000 шагов пройду и пойду по делам. Пойду по делам, потому что волка ноги кормят. Как мне это все надоело, надо бегать, работать, заниматься делами. Вот. Ну, парк. С утра, рано утром, как видите, солнце, тепло. 9 часов утра уже где-то 12 градусов тепла. Где-то к обеду до 17-18 будет. Так что весна пришла. В Анкару тоже, как говорится, люблю я вот поэтому вот ходить вот здесь вот, по этому проходу вот так вот пройтись, вот так вот, красиво. Деревья, такие вот, шишечки вот такие. Как в Сибири. Ну, всем доброе утро. Хорошего настроения, ребята. Вон люди уже пошли. Тоже ходьба. Здесь они кругами делают. Потом на лестницах делают. За здоровьем следят, в общем. Всех вам благ, хорошего настроения. Привет из Анкары.